Здравствуйте, друзья. Я вернулся в дом, в котором, как многие писали в комментариях, либо демон, либо домовой шалит. Когда были стуки, когда шкаф трёсся и прочие вещи. Кто-то жаловался на счет фонарика. Ну, извините, они в тот момент они сели. Поэтому я взял вот этот. В принципе, его будет достаточно. Я думаю, всем прекрасно все видно. Сегодня не будет ни сеанса ИГФ, не будет ничего абсолютно, кроме того, как я буду ждать. И кто-то предложил перестукиваться, посмотреть, какая реакция будет на перестукивание. Возможно, задам вопросы, спрошу, что это за сущность и желает ли она мне зла. Вот. Еще я помню, вы хотели увидеть сам дом. Сейчас я выйду на улицу со светом и покажу вам весь дом. То есть здесь пока все так останется. Пойдемте, сейчас я камеру эту на голову одену, чтобы вам было лучше видно. И не тряслось ничего. Вот тогда вот этот комод двигался. Трёсся и двигался. Как раз в этом моменте здесь не было видно фонариком ничего. Травы сколько поросло. Друзья, вот этот дом. Показываю вам. Обойдем в тот момент, когда я выбегал туда, когда мне казалось, что кто-то надо мной угорает. Вот здесь я выбегал, вот здесь я стоял. И вот это забитое окно, друзья. Стоп, ветка. Здесь кто-то был. Ветка надломлена. Вот как-то так вот он выглядит. Там еще есть что-то типа сараев. Что-то типа сараев и, не знаю, пристройки какие-то. Вот, я думаю, вам видно. Но туда мы сходим попозже. Кто-то просил муку взять, я никакой муки не брал. Сами видите, трава здесь лежит. Никто туда не ходил. Никакой друг у меня там в сарае не сидит, не чертит там, не шумит, не кричит. Так. В дом возвращаемся. Друзья, собственно, все, что здесь как было, так и есть.
Сейчас я думаю, что за звук извиняюсь. У меня нет столько, ну, финансов, чтобы купить более хорошее оборудование. Пока буду снимать так. Я думаю, кому интересно, вам вы будете смотреть и поддерживать меня. Спасибо вам. А пока я думаю, сейчас ритуал со свистком проведу и посижу, подожду, как что будет твориться. Да, думаю, с этого. Потому что пока тишина, вообще ничего не происходит. Будем ждать. А, пожалуй, наверное, камеру установлю в ту комнату и вот этот свет поставлю туда вместе с вами, конечно же. Камеру установлю. Тоже место нехорошее место. Поставлю ее вот сюда. Или лучше. Нет, секунду. Зеркало. Кстати, к зеркалу мы тоже вернемся сейчас попозже. Пусть чисто стоит здесь. Мало ли всякое бывает. Снимает. Отлично. Опа. Что-то сейчас шум. Шум какой-то был. Ребята, сейчас шум был опять. Вот, друзья. Вот это вот да. Сейчас удар был очень сильный. Я думаю, мы сейчас попробуем пообщаться с стуками, перестуками этими, как вы мне советовали. Снаружи.
Ну вот, с другой стороны. Там нет никого. Фу. Так. Ты добрый дух? Если ты домовой, то ударь один раз. Что такое, вот это не ожидал я. Ты еще здесь? Нет никого. Так, что же у него еще спросить? Или подожди. Ты желаешь мне зла? Чего? Офигеть. Я не пришел вредить тебе. Ты желаешь мне зла? Если ты желаешь мне зла, ударь один раз или прояви себя. У печки живут. Так, друзья, я сейчас думаю. Раз он уже вышел со мной на связь и на контакт, я ответил,
Почему тогда зеркало? В прошлый раз из зеркала звуки издавало. Опять. Так, ладно. Мы поняли, что он маячит, просто пытается напугать. Но я здесь уже как бы был. Его немного подбодрили не тем, что... Я сейчас попробую зеркало. Опять. На улицу выйдем. Что такое? Офигеть, тут что? Это я ходил. Так, ладно, пойдемте посидим. Подождем еще чего-то. Офигеть, ну шляпу кинул. Шляпа вот здесь была где-то. Тут вот. С ним кинул ее. И эти, как это, веретено или что, как оно называется? Ладно, попробуем со свечами. Попробуем у зеркала спросить, поспрашивать, вопросы позадавать. Фу, только бы он зла мне не желал, надеюсь, что это так. Так. Если ты добрый дух и не желаешь мне зла, я тебе доверяю. Но если ты зло, прояви себя. Твою! Охренеть! Фонарик. Я туда не подходить больше. Охренеть. Я туда не подходить больше. Шкаф. Стекло.
друзья, это я думаю уже чуть не залетел. Друзья, я думаю, это уже опасно для жизни, для моей. Я начинаю переживать, потому что это было слишком близко. Слишком близко. Я сейчас вместе с вами сходим еще к сараям. Я думаю, я буду уходить отсюда. И я здесь не для того, я не пытаюсь здесь что-то... Опять стуки. Я не пытаюсь здесь навредить. Камеру собрать не забыл. Ты еще здесь? Нет. И вот так вот. Уже не первый, сколько раз он так сделал. Еще потолок бы от меня не обрушился на меня. А, кстати, света здесь нет. Нет, друзья, это уже не прекращается. Сейчас до сарая сходим, и я домой поеду. Жутковато мне уже становится. Вот, слышите опять. Еще даже не час ночи. Так, ладно. Я оставлю вот этот свет. А, зацепился. Я оставлю один свет. Собираюсь. Я думаю, вы достаточно увидели. Чего? Вот-вот. Боже мой. Что за звук? Дверь скрипел. Это не дверь. А что это за скрипел? Вот это вот уже страшно. Вот это уже вправду страшно. Таких звуков я еще не слышал. На кошку, что ли? Но здесь нет никого вообще вокруг. Сюда люди уехали очень давно. Опять. Шкаф с меня достаточно мало.
Чего не забыл? Портфель собрал. Так. Камеру забрал. Все. Можно уходить отсюда. Друзья, давайте до этого сходим, до сараев еще. И все. Посмотрим, что там. Все. Сюда я больше, пожалуй, возвращаться не буду. Если только когда ЭГФ будет у меня нормальный. Сюда и не тут точно потолок обрушится. Рубаха. Так, ладно, друзья, я ухожу отсюда. Блин. Подвал, что ли? Подвал. Не, ребята, уходим. Все, спасибо всем за просмотр. Я покидаю это место. Ради вас я вернулся сюда.